Приветствую вас, дорогие друзья, еще раз. Сегодня у нас два обзора выйдет. На этот раз 750-килограммовый прицеп из Англии, европейского производства. Сторона правая с дверью. Прежде чем приступим к подробному видеообзору, я вас попрошу подписаться на наш канал. Также ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии обязательно и переходите на наш сайт, там вы увидите весь ассортимент. Наш. Все прицепы находятся в Санкт-Петербурге. Я не на 1,6, на 50А. Итак, приступим к видеообзору. Данный прицеп Delta Liner 3500 ЕК модель. Прицеп растаможен. Как я уже говорил, европейского производства. Цены на прицеп вы увидите в описании к этому ролику. По длине прицеп 3,90, высота 2,40, ширина 2,10. Данный прицеп оснащен мувером. Вот, мувер в рабочем состоянии. Также в прицепе куча различных отсеков и дополнительных элементов. Вот, например, здесь пол для палатки. Палатка, разумеется, также идет в комплекте. Бак для воды, газовый баллон и запаска. Все в отличном состоянии. Не требует замены. Прицепное устройство состоит из накатного тормоза, стабилизатора движения, стояночного тормоза, ручника и стояночного колеса. Прицеп вообще имеет две палатки полноценные. Фотографии их вы увидите на нашем сайте. Ищите данный прицеп на сайте 1caravan.ru. Ссылочка в описании будет. Вот. Итак, продолжим. Здесь рундук. Много места. Можно положить что-нибудь. Это пространство под одним из диванов. Выхлоп под холодильник Electrolux. Прицеп оснащен четырьмя латами, две спереди, две сзади. На данный момент стоит на одной. Фонари уже посвежее. Год 2004. 750 килограмм. Так, сейчас здесь посмотрим. Здесь кассетный биотуалет у нас расположен. Кассета на 15 литров. Производство Тедфорд. Включение 220, переходник также дается в комплекте. Под днищу здесь у нас отличное состояние, никаких вопросов нет, рама целая. Вот спереди тоже все здорово, окошки прицепа целые. Мы ходили, смотрели, вот здесь тоже все отражается красиво. Вот. Прицепному устройству мы разобрались. В принципе, можно переходить к обзору внутреннему. Итак, внутри прицеп выглядит таким образом, что с левой стороны кухонный блок. Кухонный блок состоит из трехконфорочной газовой плиты, раковины, различных полочек. Тут много всяких разных. Туалет кассетный Тедфорд, я уже рассказывал. Раковина, душевой поддон. Все в отличном состоянии, не требует никаких вложений. Ремонтировать ничего не придется. Оборудование все работает, демонстрируется перед продажей. Печка Трума работает от газа. Холодильник Electrolux на 70 литров. Работает от газа электричества 12-220. Вот тут удлинитель еще дополнительный свой идет. Вот также здесь все в оригинале. Рекомендую этот прицеп. Вот здесь два дивана, посередине большой стол. Также эта зона собирается в зону отдыха, в кровать, поспать можно. Втроем смело тут можно влезать. Места много. По ширине прицепа кровать 2 метра, по длине 1,80 м. Вот. Фотографии в разложенном виде вы можете увидеть на нашем сайте, сайт будет прикреплен в описании, либо гуглите, либо в Яндексе вводите.
первыйкараван.ру, либо просто первый караванный центр, первый караван. Вот. Здесь тоже все в оригинале, все здорово. Не течет прицеп, сухой. Приезжайте, убеждайтесь уже там сами. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на канал обязательно. Следите за новыми обзорами. Их очень много у нас ежедневно. Стараемся выкладывать что-то новенькое. Всем спасибо за просмотр. До свидания.